Бельгийский режиссер и иллюстратор Винсент Баль создает изображение, играя с тенью различных предметов быта. В его воображении любая тень превращается в уникальный образ, который тут же становится реальностью при помощи ручки и листа бумаги. Своими забавными фантазиями автор делится в Инстаграм. Так, с его легкой подачи тени от листьев могут приобретать очертания животных, а отражение стеклянных бокалов превращается в мини-вселенную конкретных персонажей. На такие иллюстрации у автора уходит 2 минуты. Летиция Ки, художница из Кот-д'Ивуара, готова показать свои волосы всему миру. Но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты и предметы. Летиция очень гордится своими волосами, и сине-черными, длинными и очень густыми. «Мои скульптуры – выражение моих мыслей», – говорит Летиция. Мысли красавицы с берега слоновой кости уже завоевали фанатов по всему миру. В сети появилось видео, записанное в одной из китайских школ. Образовательные учреждения Поднебесной славятся своим трепетным отношением к здоровью учеников. И неудивительно, что там проводятся массовые тренировки. Так, на одной из таких утренних зарядок вместе со своими учениками станцевал и директор школы. Делает он так и на переменах, за что заслужил титул «Самый лучший директор в мире». Ролик, на котором мужчина танцует на трибунах стадиона, набирает популярность. Казалось бы, ничего необычного, но пользователей удивил танец. Его исполняет не только тело юноши, но и его брови. Выглядит это так, будто брови управляют человеком, а не наоборот. В штате Мэн в одной из рек появилась огромная луна, и это не какой-то арт-объект или удачный ракурс отблесков солнечных лучей на воде, а созданная природой махина изо льда 90 метров в диаметре, которая еще и вращается. И если бы вы увидели нечто подобное своими глазами, то наверняка поверили бы во что угодно. Ученые при этом, как всегда, снижают градус чудесности и быстро находят рациональное объяснение. Они называют речную луну необычным, но естественным явлением, возникающим, когда большая куча слякоти замерзает в вихре или когда отколовшийся кусок льда начинает вращаться. При движении эта масса стачивает края о воду и камни, окончательно приобретая форму круга. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.